борьба лидеров. Иван Попов, старше остальных участников этих соревнований. Он, так же, как и Макар Пузин, тренируется под руководством Ирины Смирновой. Представляет Подмосковье, в частности, школу Одинцова, но занимается на льду армии фигурного катания. 83 балла было у него в короткой. У Ивана Попова есть и тройной аксель. И я вполне допускаю, что он может исполнить и четверной тулуп. Вот как раз первый четверной тулуп на сегодня. Да, скорее всего, на отрицательной оценке от арбитров, но, во всяком случае, он приземлен и будет засчитан. Ну вот мы и увидели и четверной тулуп, и тройной аксель. Правда, второй четверной тулуп у него не получился, он только сделал двойной, но уже мы видим элементы ультра-России от очень мощного и серьезного спортивного.